В тракторозаводском районе столкнулись две легковушки. На место пришлось вызывать спасателей. Один из пострадавших оказался заблокирован в автомобиле. Что, болит? Сердце болит. Сердце болит, и все? Понятно. Ноги целы? Ноги целы. Не шевелится. А другая? На перекрестке столкнулись два автомобиля – ВАЗ-2107 и Toyota. Спасатели, прежде чем приступить к деблокации, оказали ему первую помощь. Прибывшие на место происшествия врачи обезболили пострадавшего. Сотрудники службы спасения деблокировали водителя и на носилках передали врачам скорой. Немножко подбородок приподнимем, фиксирует. Где? Шея? А лихач на иномарке сначала не пропустил пешехода, а потом сбил собаку. Так утверждает автор ролика, которому удалось запечатлеть правонарушение. На этих кадрах видно, как черный автомобиль на огромной скорости проносится прямо перед пешеходом, едва не задев мужчину. А через несколько метров перед этим же авто пробегает собака. Иномарка не успевает затормозить, и пес попадает под колеса. А в Магнитогорске буквально на части разорвало велосипед. Стоило лишь его хозяину переехать дорогу, как двухколесный транспорт разломился пополам. Отпало колесо и руль. Почему случился такой конфуз, неизвестно.